актовом зале 12-го лицея родители старшеклассников, которые в этом году сдают единый государственный экзамен. Педагоги и наставники организовали встречу с мамами и папами школьников, чтобы рассказать о том, как важно поддерживать ребят на этапе подготовки. Дополнительные занятия и углубленное изучение того или иного предмета, уверены специалисты, только полдела. Главное – атмосфера в семье. Экзамены, они вообще, в принципе, всегда волнительные. Для детей, я думаю, они волнительные вдвойне, потому что очень большой объем информации сейчас. И нынешние школьники, они работают с очень большим объемом. Они сдают два обязательных предмета, два предмета по выбору. Мы, конечно же, готовим их к тому, что все будет хорошо, не надо нервничать. О том, как устроена психика и психология школьника, что станет лучшим способом приободрить подростка, рассказали дипломированные психологи и педагоги с многолетним стажем. По словам исполняющей обязанности директора лицея номер 12 Юлии Ишковой, такой семейный подход к сдаче экзаменов однозначно даст хороший результат. Нина Липанова, Вильфред Дибковский, новости Химки ТВ.